Итак, ну что ж, всем привет, с вами Марк, это третья серия прохождения Pokemon Emerald, и мы сейчас в городе Рустбора, да, мы дошли сюда, и сейчас продолжим наше путешествие. Сейчас мы похилимся, я так и не похилился в последних наших битв, и здесь будет первый наш стадион, в котором мы сразимся с лидером стадиона. Сейчас мы туда, наверное, сразу пойдем. И ничего не путаю. Вроде мы туда сразу можно пойти. Так, вот он находится. Так, сейчас что у меня там по покемонам? Так, трик, наверное, сменю все-таки. Чьена пусть выходит первым. Так, ладно, вот он. Вот так они выглядят. Ну, хотя мы их видели. Уже видели один из них в первой серии. Да, вот так они выглядят. Они, ну, все по-разному, конечно, выглядят. Но суть одна и та же, что тут стоят такие тренера, с которыми можно будет сразиться. Ну вот, например, тут можно всех обойти, но давайте сразимся, потому что это очень хорошо и полезно для нас будет. Потому что прокачивать опыт все же надо. Да, это стадион тут каменного типа, то есть будут покемоны только каменного типа. Ну и да, утяжка нашему пучине, поэтому я вызываю Трика. Конечно же, куда же без него. Он тут, кстати, он будет силен. Он травяной тип сильнее каменного. Поэтому, по идее, мы должны спокойно выносить их. Ну, о чем я и говорил. Вообще не старался даже. Да, это легко для Трика будет. Но, единственное, надо... Блин. Мне еще пишет Дискорд. Да, ты мне не по зубам. Да мы это уже заметили. Так, ладно, это было легко. Теперь мы идем к следующему тренеру, их тут три всего. Потом, конечно, по хардкорнее будет. Тут все-таки вообще всех можно было оббежать, что самое смешное, и пойти сразу сражаться. Но все же лучше сразиться сначала с этими тренерами, это полезнее. Я, правда, не помню, что у нее за покемоны. А, кстати, я вспомнил, там у нее будет один покемон жесткий. У нее вроде три всего. Так, ну это я чисто для опыта его вызываю, чтобы выдали ему хоть сколько-нибудь, чтобы он хоть как-то прокачивался. Ой, ладно, а Трик у нас все работу будет выполнять за всех. Но сейчас он еще 13 уровня будет, вообще прекрасно. Что может быть лучше? Так, ладно, этот там защиту свою прокачивает, но мне кажется, что этому вообще не поможет. Ну, неудивительно. На самом деле. Очень даже неудивительно. Так. Кстати. Можно будет закупиться хилками. Я в основном этого никогда не делаю. Я такой человек. Ну что ж. Меня взять. Все же, на всякий случай, если у нас сейчас, конечно, хилок там не будет, можно будет забежать закупить. Почему бы и нет. Я когда проходил игры про покемонов, я в основном закупал их на... Когда я шел к элитной четверке, или как он там называется... Я надеюсь, мы до нее дойдем, потому что если мы ее победим, то по сути игра пройдена. Ну, чтобы прям совсем на 100% пройти, нам надо будет потом ловить легендарных покемонов, там, какие-то еще квесты, может, помнить дополнительные. Но это посмотрим. Все посмотрим. То есть не факт, что я еще пройду эту игру. Не, бывает часто, что я бросаю игры на канале, когда я прохожу. Да, к сожалению, такое происходит. Надеюсь, что с этой игрой такого не произойдет, потому что... Ладно, там Fire Red, я вот без записи и так проходил. Но вот Эмеральд я так и не прошел. Сколько я не начинал, вот так и не прошел. О, 10 уровень. Члены, не зря вызвал. Все, разобрались. Все, последний остался. Но я даже не вижу смысла идти хилиться. А вот, конечно, перед лидером Роксаной мы все-таки сходим, похилимся. Может и закупимся. Тут тренера вообще ни о чем, как вы могли заметить. Все очень просто. Так, два покемона у меня будет. Опять Диадюк. Джиадут, я не знаю, как его еще называют. Ну, понятно, мы ничего не сносим, это так, чисто отвлечь внимание его. Да нам настраивать на то, что кризин. Электричество, это, по идее, типа, у электрических покемонов снижается атака. Но у нас нет ни одного электрического покемона, в этом-то и прикол. Зачем он его использует? Укрепление, да-да-да, нам очень интересно. Может даже 3 года 14 прохождения вряд ли. А вот в бою с Роксаной может быть. Кстати, сейчас посмотрим. Сколько нам опыта будет давать.
Ну, в битве с Роксаной она много будет выдавать, это в любом случае. Чин, да, 73 очка. Нормально, нормально, он выдает даже здесь. Геолог Марк, кстати, только сейчас заметил. Эх. Но это не я, сразу говорю. Так, ладно, давай разберемся с алкоголистом, пойдем покинемся и в бой. В бой, в бой, в бой сразу же. Супер эффективно, но, если честно, я даже не удивлен. Эффективно. Я думаю, никто не удивлен это. Крика набирает. Почти, почти 14 уровень, ребят. Почти. Чуть-чуть не хватило. Но бывает. Ладно, сейчас мы вернемся назад, покинемся. Но для начала надо заглянуть в инвентарь. В сумку, точнее, да. Ага, ну два зелья есть. По 20 хп устанавливают? Ну, в принципе, смысла нет, мне кажется. Если мы сольемся, тогда я, конечно, пойду покупать что-нибудь посильнее в магазинчике. Какую-нибудь там хилку, которая 50 хп устанавливает. Хотя можно прямо сейчас купить. Чё бы и нет. А, или она уносит. Подождите, я что-то это понял. Так, давайте похилимся. Так. Да-да-да. Очень интересно. Так, сумку, подожди. Сейчас. Эфир. Вести. Так, это неинтересно, лучше пока. Это неинтересно. Ты знаете, я, наверное, все же куплю. На всякий случай. Если не использую, ну ладно, на следующий раз ставим. Так, сейчас зайдем в магазин. Смотрим, что у нас продается. Купить, купить. Да, можно и продавать, кстати. Вот, вот это, суперзелье. У нас 6000, ну, суперзелье. Да, да, одно давай купим. Да, мне кажется, нам одно как минимум понадобится. Я не думаю, что два. Ничего. У нас денег много, я вообще их никогда не трачу особо. В играх, серьезно. Никогда не пользуюсь особо магазином. Максимум там покеболы могу там. Или вот зельки в редких очень случаях. Ну, давайте попробуем. Роксана. Так, я похилился, я готов. Я готов ко всему сейчас. Я по приколу сохранюсь на всякий случай. Хотя зачем? Ну ладно, я на всякий случай все же сохранюсь. Так, ладно. Привет, я Роксан, лидер стадиона города Рустбора. Я кончил школу тренеров покемон. А, да, кстати, тут школу тренеров надо будет заглянуть. Там вроде что-то дадут. Ну сейчас посмотрим. Так, ну что ж, первая битва. Первый батл. За первый наш значок. Всего их 8 в этой игре. Нам нужно их собрать, чтобы сразиться. Я тупой. Ну ладно. Короче, вот. Когда мы соберем 8 значков, мы пойдем сражаться с элитной четверкой. Да-да-да. Это самые крутые тренера, типа. Элитные же. Поэтому, чтобы с ними сразиться, надо собрать все 8 значков. На таких вот стадионах. В разных городах. Ну, это легко. Короче, по пути мы еще и сюжет должны проходить. С этой командой Аква, там, и все такое. Поэтому скучать нам не придется. В любом случае. 14 уровень, это река. Что очень хорошо. Но я даже, знаете... Не, я не буду. Хотя нет, ладно. Я рискну вызвать Пучена, чтобы просто ему дали опыта. Вот и все. И сразу мне на трика. Я придумал тактику. Потому что Пучене... Нельзя, конечно, отставать сильно прям от Рика. Давайте попробуем. Короче, смотрите, сейчас... Да, я его вызвал, что у него скоро 11 уровень будет. Так, ну давай, Рика. Крепление. Слава богу, что он это использовал. Я не хотел, чтобы он мне урон наносил. Это действительно опасно. Алдренаж я использовать могу. Сейчас, кстати, его поеду с первого удара вынести. Да, так происходит. Правда, всего разница 2 уровня. Я все равно выношу, потому что у меня очень выгодный тип травяной, который просто спокойно выносит каменный тип. А вот теперь ноут спас. Это самый противный у нее покемон, он очень жесткий у нее. Вот с ним будет непросто, поверьте, вы сейчас увидите. У него, во-первых, 15 уровень, а во-вторых, победить его будет непросто. Вот сейчас увидите. Это будет хардкорно. Да, видите? А, это супер эффективно, чтобы вы поняли. Вот он, что вы понимали, он, по-моему, может снова удара вынести. У него есть какая-то атака, которая выносит с первого удара. Если, опять же, я не ошибаюсь. Можем вынести. А, у нее... Нет. У нее же есть хилка. Да, вот. Саркофаг есть, который... Жив. Знаете, я на всякий случай похилюсь.
А, и да, он сейчас. Идея. Да, ХП восстанавливает. Поэтому все, тут нужно покилить. Тут. Так, ну давайте зелье обычное, наверное. Чё? Я на всякий случай это сделаю, потому что он может вынести с первого удара. Вот опять саркофаг. Ну и что вот я должен сделать такую вещь, как убить? Мне опять надо килиться. А у нее тоже килки есть. Ну ладно, давайте еще раз покилимся. Что нам еще остается? Он будет спамить этим? Если он будет спамить, мы не выиграем. Заграждение. Теперь не уйдет из боя. А, я теперь сменить покемона не могу. Но это мне и не нужно. Да, сейчас у нее, по-моему, не одна килка. У нее все-таки есть еще. Поэтому это будет проблематично, конечно. Да, теперь я не могу сменить покемона, но мне это и не нужно на данный момент, если честно. Хотя в некоторых ситуациях это было бы полезно. Да, она опять восстановит ХП. Вроде у нее еще одно зелье есть. И не, если не изменяет память. Это будет очень рискованно. О! Вот это я ждал, вот это я ждал. Если не хилки, то это ГГ будет для него. Ну да, у нее есть еще одна хилка. Откуда-то. Я вообще не понимаю, зачем первому лидеру Сиона, типа, ну, три хилки целых. Блин, это так тупо. Я типа в шоке. Во все, у нее хилок нет. Хилок у нее не должно быть больше. У нее три хилки. Ну, не очень эффективно. Главное, что он саркофаг не использовал. Саркофаг у него действительно мощный. Прям реально мощный. Вот тут нужно быть с ним аккуратным. Но если что, я думаю, Пучен его добьет. Но он сейчас спамит толчком. По идее, все. Ты думал, этот бой закончен? Мне кажется. Но в любом случае он уже не выиграет. Даже Пучен уже добьет. Потому что у нее нет сил. Все. Этот бой за мной. Мы выиграем первый значок. Все. 100% победа. Потратили две зельки. Ну, ничего. Ничего страшного. Это не критично. Так, ну что же, Трика набирает 346 очков опыта, получает 15 уровень. Соответственно. Так. Все, проиграл. Это доказывает, что мне еще есть чему учиться. Хорошо. Правила лиги покемонов гласят, что я должна тебе отдать это, если ты победишь мне. Это каменный значок лиги покемон. Да, это как бы лига целая покемонов. Марк получает от Роксаны каменный значок. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Бло. Так, ладно, каменный значок повышает силу атаки. Да, у них есть свойства такие не особо значительные, но все же. Кроме того, он позволит использовать Извиняюсь. А вот это подарок лично от меня, бери. ТМ-39. Это такие штуки, которые обучают твоего покемона атаками. Не все покемоны могут там какие-то атаки использовать, но все же. Этот содержит саркофаг. Да, теперь мы тоже можем научить покемона саркофага. Но не все могут это сделать. Да, его можно использовать один раз. Это я опять для чайников. Объясняю для тех, кто вообще в покемонах не шарит. Да, теперь мы можем использовать разруб. Это атака, которая позволяет нам рубить сами деревья, которые мы видим просто везде. С дороги, я сказал. О, опять команда Аква. И опять тот самый чел. Стойте, прошу вас, не забирайте его. Да, и сейчас спойлер небольшой, мы пойдем ему помогать. Правда, не думаю, что серия будет долгой. Но все же. Так, ладно, давайте похилимся и пойдем. Чем придется проходить маршрут, чтобы зачистить. Точнее, надо зачистить маршрут, чтобы спасти этого челика. Так, ну что ж, погнали. Погнали, погнали. Так, нам, по-моему, сюда, да. Вот он. О, это ты. Ты тот самый тренер, который помог мне в лесу Петалбурга. Не откажи мне в помощи еще раз. Нас ограбила команда Аква, а я обязан вернуть украденное. Если этого не сделал, у меня будут большие неприятности. А, кстати, мы же хотели в школу, надо было зайти. Короче, вот, показывал, видите, внизу значки. У нас первый есть, у нас осталось всего 7 значков. Игра, конечно, не короткая, нам ее долго придется проходить, но все же. Да, тут есть школа покемонов, ну, по приколу зайдем. Там, по-моему, что-то нам даже дадут. Вот тут. Учатся. Так.
Нам пацаны в Game Boy Advance играют. Студенты, которые плохо занимаются, получают по лбу от меня вот этим когтем прыти. Тем не менее, вы хорошие студенты. Конечно, найдите ему лучше применение. Да, нам дадут. Я не помню, что он делает. Сейчас он нам объяснит, что он делает. А, он нам не объяснит, но мы можем посмотреть. Он нам его где-то дал. Вот. Держа его, покемон повышает свой шанс атаковать первого. А, вот, все, вспомнил. Да, вот такой вот прикол. В некоторых зданиях тут можно найти всякие полезности. Вот мы и нашли полезность. Так, нам сюда. Ну, маршрут нам придется очередной проходить. Так, все, я похилил. Ну да, ладно, ключи на пустерник быть. Теперь на 5 уровней отстает, правда. Опять тут куча тренеров. Не знаю, дойдем ли мы до конца маршрута за эту серию. Возможно, я закончу чуть раньше. Не особо много времени просто, но посмотрим, как дело пойдет. Так, ну Пучиена, да, сейчас будет 11 уровня. Мачок. Покемон качок. Кстати, ху-ху-ху. Кстати, мощный. Я бы его поймал, наверное, если он не попался, в принципе. Почему бы и нет? А чё бы и нет, действительно? Чё бы и нет? Так, ладно. Тут дренаж, наверное, надо использовать. Моя любимая атака за 3 раза. Он малость всё, нет? Нормально, нормально. Ой. По-моему, на 16 уровне, кстати, эволюционирует Рика. Наверное, все-таки мы дождемся в этой серии этого момента переломного. Короче, пока он не эволюционирует, мы не закончим. Наверное. А я не знаю, как у меня получится. Пучиена 11 уровня, все. 4 уровня отстает, ну ладно. В принципе. Чё теперь? Я на Пучиену особо, знаете, не буду полагаться. Это просто покемон по приколу, знаете. Какой-то он супер крутым не будет. Так, что у нас? Спрей. Спрей находим, неплохо. Кладет спрей в карман для вещей. Очередной у нас этот фанат насекомых. Боже, жуколов. Или как он там, как его тут называют правильно? Да, жуколов. Ой, врумпл. Врумпл, блин, я опять его неправильно назвал. Ой, а Пучиену тут коцаный. А вот его лучше тут. Хотя, я не думаю, что у меня. Я хз, я хз. Не слушай меня, пожалуйста. Спасибо. А теперь надо так делать. Интересная у меня, конечно, тактика. По-моему, кстати, тут можно поймать этого самого, которого называют Тейлор, да? Покемон птица. Ржаво он использует, кстати, нас могут отравить сейчас. Да, о чем я говорю. Отравлен, теперь мы будем урон получать. К сожалению. Ничего, сейчас мы закончим, пойдем похилимся, потому что Пучиену коцаны. Так, ну тут Нинкада, вот это уже плохо. Вот тут с Нинкадой лучше, знаете, что сделать? Тут дренаж надо. Да, я страдаю, ребят, точнее, Трика. Лично я вроде не страдаю. Блин, надеюсь, у нас не вынесет. Знаете, как будет обидно? А, не будет обидно у нас. Я сомневаюсь, что он вынесет. Да, он будет обратку сейчас делать. Неплохо, кстати, снес-то, по сути. Ой, но... Да, еще и будет страдать от яда. Нам здесь нам не помешает. Фух, слава богу. Найс. Прекрасно. Так, кстати, когда покемон отравлен, когда он ядом отравлен, он даже если он не сражается, он, если он просто даже по пути лежит там в сумке в покеболе, он все равно может, ну, как бы не умереть. Ну, поняли, короче. Мне опять помехи начались. Нинкада. Не, ну я не хочу его ловить. Я покемон насекомый, ну, хз. Типа, от них есть польза. В принципе, если отравлять там еще чем-то какие-нибудь свойства. Извиняюсь за вот это вот. Что тут вытворяет этот эмулятор. Помехи. Стоять на месте этого не будет. Не обращайте внимания просто. Я не знаю, с чем это связано. Просто надо похилиться и пойти дальше. Думаю, мы дождемся эволюции Трика в этой серии.
следующей серии мы, конечно, вряд ли доберемся до следующего лидера Сайона. Хотя можем, но зависит, сколько мы будем снимать. Ну ладно, давайте дальше, что у нас там. Ну, Тейлоу попадет, мы его ловим сразу же. Да, ой, я прям мастер в угадывании. Ой, боже, ну давайте поймаем, че. Как раз у нас тут... Кстати, выпад очень хорошая атака. По сути, если прокачать Тейлоу, это будет очень мощно. О, прямо чуть-чуть осталось, я так волновался сейчас. Все, мы его должны ловить. Так, где там? Ой, я тупой. Так, покебол. Тейлоу, иди сюда. Третий будешь наш покемон. Ну, он должен ловить, он совсем красный. Да, и наконец-таки у нас есть третий покемон в нашей команде из 6. Ну, их можно и больше ловить, они будут просто храниться на ПК. Их можно будет брать. Будем давать кличку. Правда, прокачать мы его сейчас не сможем. Нам надо опять хилиться. Ну ладно, давайте сразимся с этой девушкой. Я занимаюсь и в школе, и дома. Это не прошло даром. Это да. Ну молодец, чё, такая умная. Школьник. Школьник Карина. Школьница, школьник Карина. Так, ну ладно, Чена, давай попробуй что-нибудь сделать. А вот это Шароми, что это злой покемон. А, кстати, ещё он нас не отравил. Типа, у него нет свойства вот этого. Ладно, тут все ясно, короче. Тут, по-моему, очевидно, кто должен с этим справиться. Дай. Конечно же, это Трика. Куда же без тебя, Трика? Сейчас ты нас спасешь. Как всегда, в принципе. Мало сносит. Ну, тут надо быстро атаку или толчок. Да иди ты. Блин, ты затянешь. А, ну, ничего, это... сносит. Ну ладно, давай потом быстрый удар. Не знаю, что против тебя эффективно, но нормально пойдет. Да, как он достал уже. Но он мне мало сносит. Одно хп всего лишь. Ну ладно, попробуем. О, нет, я... Все, он будет парализован. У нас тут есть штука, которая вылечивает, но смысла не использовать. Лучше использовать чего-нибудь другого. Короче, иногда он может пропустить атаки в какой-то рандомный момент. А, это все. Сейчас пойдем еще полечимся, пойдем еще с ним сражаемся. Так, блин, тут теперь не обойти, блин, эта трава меня бесит. Кстати, здесь какой-то предмет, который делает так, что покемон не будет нападать. Там его, если использовать, он какое-то время действует, и они не будут нападать, но с этим позже разберемся. Не до этого. Обычно мы похилимся, я поставлю Тейлоу на первый ряд, потому что у него всего 6 уровень, надо ее теперь прокачать. Пучиена, к сожалению, останется на втором плане. Тейлоу вообще очень полезный покемон. Ну, Пучиен это чисто у нас такой, знаете, актер второго плана, если так можно выразиться. У Тейлоу, к нему, кстати, выпад очень мощная атака, на самом деле. Но еще она летать умеет, если когда у нас появится эта возможность. Обучить ее полету, мы можем летать по разным городам, в которых мы захотим, точнее, в которых мы уже были. В которых мы не были, понятное дело, летать. Блин, как все достали уже, ну и кто там? Ой, удиви. О, вот это да, Пучиена, который у нас уже есть, спасибо. Не-не-не, так не пойдет, давай до свидания. Тейлоу нам надо прокачать. Сейчас какого-нибудь слабенького тренера надо встретить. Да ёп! Вы, кстати... А, нет, это не тот покемон, про которого хотел рассказать, ну ладно. Не знаю, Нинкаду, в принципе, можно было поймать, но я не вижу смысла его прокачивать. Да, что-то нет желания. Подождите, покемоны. А, все нормально, все нормально. У нас двойная битва, да, сейчас будет? А, нет, кстати, это не двойная. Интересно, там может быть двойная битва? Наверное, нет. Я просто когда проходил в прошлый раз, я думал, что это... Оказывается, нет. Хорошо, объясню. Ну, Шарумиш опять. Тейл, попробуй что-нибудь сделать. Так, у тебя есть выпад, а выпад это у нее очень мощная атака. Вот, очень круто смотрит. Смотрите. Вообще, молодец Тейл. Просто выносит Шарумиша.
А вот как плохо может закончиться, кстати. А, не особо, у него это вообще не работает. Все, давай, до свидания. Тейлор, по идее, 7 уровня будет сразу. Все, легкие тупо. Тейлор большой молодец просто. Хо-хо, 7 уровень, найс. Почти 8. Давайте 8 сразу добьем, чего бы нет. Попробуем хотя бы вот этот. Здесь он нас не вынесет. То есть что, у нас трика есть, которому надо эволюционировать. Хо-хо-хо. Видите, он даже маленького уровня, но Тейлор просто творит что-то невероятное. Но не работает это изменение лота. Так что прощай. Это было легко. Ну что, 8 уровень, да? Да, вот он больше не может сражаться. 8 уровень. Прекрасно. Сразу прокачиваем. И быстрый удар сразу выучил. Воу, почти 9. Что ты творишь, Тейлор? Как тебя просто прокачивать в отличие от Пучену? Пучену сложно прокачиваться, кстати говоря. Так, ладно, сейчас мы с тренерами сразимся и напоследок оставим, точнее на следующую серию уже, сражение с тем самым челиком команды Аква, которого мы должны... Ну, дядю. Вот, кстати, вот Тейлор против него будет сложновато, я даже не буду мучить бедную птичку. Я сразу вижу Трика. Это по его части. По идее, сейчас эволюция должна быть. Да. По-моему, 16-м все же он эволюционирует. Правда, опять забыл, как зовут эволюцию, но сложно. Ну, тут вообще ни о чем. Как вы могли заметить. Больше не может сражаться. Да как так? О, 9 уровень. Прекрасно ты его. 16 уровень Трика. Трик пытается выучить гонение. Не надо нам это учить, это бесполезная атака. Нет, не заменять. Да, не изучать. Трика не будет учить гонение, это бесполезная атака. А теперь, смотри, сейчас прикол будет. Показываю прикол, как говорится. Что? Трика эволюционирует? Да, ребят. У него еще есть будет третья форма, я не знаю, на каком уровне он эволюционирует, но... Это новый покемон, по сути. Он приходит на новую форму, и она называется, я уже забыл как, сейчас мы узнаем. И та-дам! Та-дам! Это у нас... Гравайл! О, точно, Гравайл уже. Гравайл. Он сейчас должен изучить лезвие. Вот лезвие хорошая атака. Да, можно заменить, да. Он может только 4 атаки знать. Ну, злой взгляд мы его даже использовать не будем, поэтому сразу не раздумывая меняем, в чем проблема. Лезвие. Прекрасно. Так, ну что, у нас последний тренер здесь остается. Да, последний тренер, и мы на этом закончим серию. Давай, давай, сразимся. Я дюда опять. Так, ну Тейлор. Сомневаюсь, что что-то здесь сделать. Ну, хотя бы Пучену надо вызвать. Пучену сейчас вообще забудем про него. И все, будет плохо. Ну, хотя бы 12 уровень надо. Вообще не знаю, сколько он будет сносить. Давайте попробуем хоть что-то ему дать. Ну, тут слабо, да, тут вообще ни о чем. Пучену реально чисто покемон второго плана у нас будет. Но он эволюционирует, насколько я помню, на каком-то уровне. Тут Гравайла надо брать, но тут тянул Тейлора, наверное, взять. Ну ладно. Прикольно выглядит, мне нравится. Надо Тейлора взять. Тут легко, тут вот так сделать и все, типа. И чё дальше? Ничего. Гравайл здесь спокойно совершенно справляется, поэтому... Давай, до свидания. Всё нормально. Да, хочу заменить, я хочу взять Тейлор. Почему бы и нет. Давай, Тейлор, хоть... О, 10 уровень будет. И обгонит этого Пучену. Чего реально? Типа, он потихоньку прокачивается. Интересно, сколько он сосет? Ну да, мало. Ой. Слабо, что он крепление использовал. Если он сейчас чуть-чуть атаковал по-жесткому, это все, это был бы ГГ. Прям полное ГГ было бы. А так, все, слава богу, нормально. Давай, игровая. Ну что ж, пока, дядю.
Давай, до свидания. Ну вот так. Это так делается. Еще и КП восстановили. Или все-таки дойти до команды? Ладно, давайте дойдем до него. Так уж и быть. Давай, Тейлоу, да, 10 уровень. Ладно, чё мы это? Давайте дойдем, так уж и быть. Там, в принципе, ничего такого не произойдет, поверьте. Или нет? Ладно, все, не-не, все-таки оставлю на следующей серии. В общем, с вами был Марк. И всем пока.